На самом деле никакой интриги с армией нет, потому что из-за моей болезни с глазами мне сразу же сказали просто, что никуда я служить не пойду. Вот, и просто мне нужно донести еще пару документов и все. Но сегодня в военкомате я услышал фразу, просто, которая меня наповал в момент сразила. Это меня узнала одна сотрудница и говорит: «О, Даниэль, я тебя узнала, снимай трусы». Как в одном предложении это все сочетается? Это было настолько, это звучало странно, но... Даниэль на связи, приезжает завтра. Сейчас буду готовить вкусного, чтобы завтра встретить. А, потому что когда уезжает мужчина, ты можешь и йогуртом покушать, ну то есть как бы ты не заморачиваешься по еде. Когда мужчина приезжает, конечно, хочет что-нибудь вкусное удивить. Из хороших новостей. В военкомате сказали, он не годен со своим заболеванием. И слава богу. Это для меня хорошие новости. Надеюсь, пролечим и вообще будет замечательный. Ну, в общем, вечер хороших новостей.